вот, 9 утра, магазины закрыты такие. Они с обеда работают такие. Вот частные только магазины. Я там купил хлеб, сметану, потому что борщ варю. И вот деньги мне дали сдачи. Я что делаю? Я вам тоже хочу сказать. Мне сказали, вот так вот деньги. Конечно же, берите в перчатках. Вот. А потом вот так вот обработают антисептиком. Вот. Через деньги тоже сказали, переходит вот эта гадость. Я вам делюсь. А после того, как обработали вот так вот, вот так вот делаете, вот так еще вот руками, обработанными заранее антисептиком. Вот. Береженого Бог бережет. Я вот, смотрите, как они почти мокрые. Вот, они почти мокрые. Потому что деньги – это передатчик всякой заразы. Кто только их на руки не берет. Поэтому, прежде чем их ложить в карман, не торопитесь. Берите перчатка, какую-нибудь упаковочку, зайдите в машину или домой придите. Вот так антисептиком, вот так вот. Обязательно обработайте вот так вот. Вот так вот. Брызгайте, ничего страшного, деньги сохнут. Вот, зато грязи не будет, и руки обрабатывайте. Вот, и когда машину садитесь, тоже вот так вот обработайте машину. Я вот так делаю, вот даже ручки переключения передач. Все, все, все. Вот, все надо обработать. Так что береженого Бог бережет, берегите себя, дорогие мои. Пока-пока.